Итак, всем привет! С вами Андрей. Все вы помните данный ноутбук. Он участвовал в видеороликах по Windows 11, так как в нем есть TPM 2.0. А также он может работать на macOS. В данный момент здесь стоит OpenCore 0.7.4. Сейчас я даже вам это покажу. Здесь macOS Monterey 12.1 и OpenCore 0.7.4. В этом ролике мы будем обновлять OpenCore для этого ноутбука. Итак, поехали. Начинаем. Первое, мы идем на сайт команды разработчиков и скачиваем сам OpenCore. Вот отсюда. Вот мы скачали. Далее мы возвращаемся в репозиторий и скачиваем OC Binary Data. Скачали. За основу мы берем, как обычно, мой OpenCore от ноутбука предыдущей версии 0.7.4. Мы берем его за основу. Мы создаем папку, еще одну, и пишем для OpenCore. Берем 1, 2, 3, 4, 5. Открываем конфиг. Берем вот это, удаляем. Это оставляем. Сохранить как рабочий стол для OpenCore. И пишем for OpenCore. Дальше. Драйвера возьмем новые. Что я беру отсюда из кекса? Apple Dataset Management, Apple PS2 Smart Touchpad Kext и на Wi-Fi сеть и на USB порты. Все. Вот это вот все, то что я не отметил, будем брать новые версии. Ну еще на сеть возьму. Кекст. Lilu, Apple ILC, Restrict Events, SMC Battery Manager, Virtual и Whatever. Берем новых версий. Создаем папку Kext и переносим сюда наши Kext. Вот это вот Kext и вот эти вот будут взяты новых версий. Так, папка Resources будет взята новая. Ну и все. Теперь мы открываем с вами вот эту папку ACPI и переносим сюда вот эти вот таблицы. Открываем папку кексты и переносим сюда вот эти кексты. Открываем папку драйвера и удаляем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Удалить. Папку ресурсов мы тоже удаляем. В тулсе нам тоже ничего не надо. Можем удалить в корзину. Единственное, что я возьму из папки ресурсов, из старой, это папку аудио. Давайте мы ее тоже переместим в папку для OpenCore. Все. Так, открываем OC Binary Data Resources и перемещаем ее полностью сюда. Здесь мне ничего не надо. Так. Аудио берем, открываем. Отсюда все удаляем. Теперь перемещаем сюда два файла. Мне они нужны. Так. Теперь возвращаемся в корневую папку. Идем в документы. ACPI Samples. Binaries. И берем здесь флаг. PNLF. Новых версий. А еще я совсем забыл. SSDT. X-оси мы берем отсюда, из старого. Все. Нам надо вот эти кексты новых версий. Мы открываем утилитку. Kext Updater. Нажимаем Kext Manager. И берем отсюда вот эти кексты новых версий. Apple ILC. Дальше Lilu Kext. Дальше Restrict Events. SMC Battery Manager, то есть это в комплекте будет с Virtual SMC, то есть вот здесь. И Whatever Green. Вот, скачать. Все. Теперь мы переходим с вами в папку на рабочем столе, вот Kext Updates. И отсюда по одному в папочку Kext
мы переносим этикетки. Раз, два. В папке Resources в Image Accidentera мы удаляем, например, ну давайте, как в прошлый раз, как с компьютером, возьмем Golden Gate, основную тему, то мы переместим в корзину. Вот. В Tools у нас ничего нет. Далее мы возвращаемся назад, идем в документы, Sample, Blist, копировать, Open Core, вставить, переименовать, Config. Открываем Config с помощью, правильно, Proper 3. Нажимаем File, OC Clean Snapshot, либо Command-Shift-R. И идем по пути рабочий стол, потом X64, EFI, Open Core. Все. И нажимаем Choose. И у нас все прописалось. Сохраняем, открываем через Blist Edit Pro и начинаем настраивать. Сейчас я немножко его уменьшу. Удаляем первые эти вот варнинги все, они нам не нужны. В OCPI я еще раз покажу, что у нас все прописалось. Все включим, вот, то есть. Дальше мы зайдем с вами в Kernel ADD, то есть тут наши кексты. Они все тоже прописались. Удаляем только Device Properties в данный момент. Все. И начинаем настраивать. Идем в Quirky. Здесь, по сути, мы оставляем все по умолчанию. Мне повезло, с ноутбуком мне здесь ничего включать не нужно. Идем Kernel Quirky. Здесь начинаем настраивать снизу вверх. Мне так удобно, я так всегда делаю. Значит, Power Time Out Kernel Panic, Lepic Kernel Panic, Panic No Kext Dump, затем Disable EO Mapper, то есть должно быть вот так. И включаем с вами только в конце Apple X CPM CUG Log. Все. Здесь мы настроили. Далее. Misc Boot. Здесь оставляю Disable. Здесь Default. У меня на ноутбуке только одна система. Это macOS Monterey. Picker атрибуты 144. Picker Audio Assist Yes. У меня есть звук при запуске. Picker Mode External. Далее у нас Picker Variant. Вариант мы с вами сейчас сделаем, то есть мы прописываем с вами тему загрузчика, то есть вот image, просто копируем Accidentera слово, ставим слэш и копируем слово Golden Gate, то есть просто копировать слово. Все. Time out 5-10, я всегда ставлю 10. Так, show picker yes, то есть здесь вот так в буте у нас. Дебаг. В дебаге таргет 0. Дальше security. Security Elo Environ Reset. Elo Set Default. Elo Toggle Seed. Здесь оставляем так, как есть. Export Sensitive Data 3. Secure Boot Model оставляем так, как есть. Scan Policy ставим 0. Vault Optional. То есть все. В Tools у нас ничего нет. Переходим с вами дальше. У нас осталось три секции. Environ, Platform Info и UEFI. Мы открываем с вами вот эту вот, где наша папка, которую мы создали. Сейчас, минутку. Вот наша папка для OpenCore. For OpenCore, please. Открываем. Переносим наши Device Properties. То есть это наша видеокарта, это наш звук, переносим, это корень, и нажимаем OK. Все. Дальше. Environ. Так как я поставил себе Default Secure Boot, так как это Monterey, без него не загрузится, делаем OK.
следующим образом. Вот boot args, это мы удаляем и копируем вот эти три ключа. Это на отключение графики дискретной, если она не заводится, она у меня не заводится. А вот эти два как раз таки, чтобы грузился Hackintosh Secure Boot Default. Я не знаю, с чем это связано, на ноутбуках так. Далее. Ну, конкретно у меня на ноутбуке так. Здесь мы поставим System Audio Volume 70. И, по сути, все. Далее. Platform Info. Идем с вами в Platform Info. В Platform Info заполняем только Generic. Значит, здесь ставим Yes. Удаляем отсюда MLB, ROM, System Product Name, System Serial Number и System UUID. То есть вот. Раз, два, три. Delete. Берем отсюда MLB, ROM, System Product Name, System Serial Number и System UUID. Все. И перемещаем их в Generic. И нажимаем K. Оп. Все, у нас все заполнено. Вот так просто, да, ребят? Так, далее мы идем с вами в UEFI. Я всегда ставил вот здесь, как я говорил в прошлом ролике, Apple Input, Apple Event Auto, иначе не загружается. Так, далее APFS, здесь у нас Jumpstart Hot Plug Yes, и здесь минус один. И вот здесь. То есть все делаем как в старом, грубо говоря. Вот. Аудио я отсюда удаляю и перемещаю свою уже настроенную аудио. Беру так. Поп. И кей. И она появляется здесь. Вот и все. Драйвера. Драйвера у нас прописаны. Все драйвера у нас прописаны. Так. Output. Мы ничего не трогаем. Здесь в output мы ничего с вами не трогаем. Input. Здесь можно Asus убрать. И все, тоже ничего не трогаем. Обязательно включаем здесь в CPI HPAD. Чтобы работал звук, нужно включить патч HPAD. Дальше. Квирки в UEFI или в UEFI активает HPAD Support. Yes. Так, далее у нас Ignore Invalid Flex Ratio. Yes. Ставим. Release USB Ownership. Ставим Yes. И по сути, все, ребят. У нас полностью настроен OpenCore для ноутбука вот с таким вот железом. У вас появится на экране. Мы это сохраняем. Сейв. Идем в нашу папку. Сверяем время. Сегодня 3.13. И можно проверять данный OpenCore 0.7.6 для ноутбука. Мы берем с вами флешеньку. Ну, обязательно нужно, чтобы она была в файловой системе HFC+, журналируемой. Так, я походу не то смонтировал. Да, мы это уберем. Вот флешенька. Смонтировали UEFI. И берем сюда, перемещаем. И все, идем с вами проверять. Давайте проверим, работает ли. Ну вот, друзья, дальше мы вставляем флешку нашу. Включаем ноутбук. И загружаемся с нашей флешки. И проверяем с вами работу OpenCore. Загрузится ли система? Поехали!
Система загрузилась. Вводим пароль. И раз она загрузилась, мы теперь должны с этой флешки переместить OpenCore на SSD-накопитель. Берем, монтируем EFI раздел. Потом берем, еще монтируем EFI раздел флешки. Переместили. Далее мы открываем EFI нашего SSD. Удаляем. Чистим корзину. И перемещаем новый OpenCore уже на SSD-накопитель. На раздел EFI. И я сделаю еще кое-что. Я скрою. Правильно. Я скрою пикер. Я иду в миск. Boot. Show пикер. Ставлю нет. А теперь перезагружаемся и проверяем. Сохраняем и проверяем. Вынимаем флешку и перезагружаем компьютер. Вводим пароль. И давайте посмотрим, какая версия у нас OpenCore. Я даже приближу. Версия 0.7.6. Вот. macOS Monterey 12.1. Вот так, друзья. Маленькое дополнение, что хотелось бы сказать. Вот этот вот драйвер BIOS Video E для очень старых видеокарт, у которых проблемы с разрешением экрана в меню загрузчик OpenCore. Поддержи это видео лайком, напиши комментарий. Если полезно, поделись с другом. А мы увидимся с тобой в новом ролике.